Я, как и вы, мои дорогие зрители, довольно сильно увлекаюсь тематикой винды. Думаю, по моему каналу это и так понятно. Когда-то я уже делал видео о интересных фактах, но их было мало, да и подбор их вообще был халтурный. Поэтому сегодня я решил вам рассказать 100 фактов о Windows. Не буду томить, поехали! Первые версии Windows были не операционными системами, а лишь оболочками для MS-DOS. Windows 1.0 разрабатывало 24 человека, некоторые из-за проблем внутри корпорации даже спали в офисе. Самая ранняя сборка винды была выпущена в 1983 году. Изначально при разработке Windows 1.0 оболочка, а позже операционка, имела другие названия – Microsoft User Shell, Interface Manager, Microsoft Windows Manager. Первой версией с поддержкой звуковых карт и в которой вообще появились звуки кроме спикера, стала Windows 3.0 with Multimedia Extensions. Легендарная игра Сапер впервые появилась в Windows 3.1. Помимо Windows 3.0 и 3.1 существовала еще версия 3.2, которая была оптимизирована под написание и отображение китайских шрифтов. Распространялась она на китайский рынок. Меню пуск впервые появилось в Windows 95. Браузер Internet Explorer впервые был выпущен для 95-й винды. В то время этот браузер был очень популярен и актуален, не то что сейчас. Поддержка всех версий, начиная с 1.0 до Windows 95, закончилась 31 декабря 2001 года, вместе с поддержкой MS-DOS, который был необходим для их функционирования. Windows 95 стала первой самостоятельной операционкой, но она все еще требовала MS-DOS для ее установки. Музыка из первоначальной настройки Windows XP впервые появилась в Internet Explorer Starter Kit для Windows 95. Первой 32-битной OS от Microsoft стала Windows NT 3.1. Если в Windows 95 и 98 обратиться к адресу con/con, то это вызовет синий экран смерти. В 1996 году было выпущено Windows CE, которое предназначалось для портативных устройств. Из-за изъяна в активации для Windows 95 был ключ, который складывался из единиц, и он работал. Начиная с Windows 95 распространялся Microsoft Plus, пакет, который включал в себя игры, темы, звуки и обои для рабочего стола. Спящий режим впервые появился в Windows 98. Между Windows 95 и 98 должна была выйти версия 96, но вместо него было выпущено обновление для той же 95. Windows NT 4.0 получил самое большое количество сервис-паков, аж целых 6. Во время презентации Windows 98 в 1998 году произошел сбой системы, который вызвал синий экран смерти. Биллу Гейтсу тогда удалось отшутиться. Должно быть, поэтому мы пока и не поставляем Windows 98. До релиза Windows XP Microsoft выпускала по одной версии каждый год. Самой худшей версией Windows считается Windows ME. Исходный код Windows 2000 в 2004, а также Windows XP и сервер 2003 в 2020 году были слиты. Поддержка zip-архивов впервые появилась в Windows ME. ME – это единственная версия, сохранившая свое название еще из начала разработки. Так как XP это, можно сказать, целый феномен в истории Windows и вообще Microsoft, следующие 20 фактов будут о нее. Windows XP это первая потребительская версия винды на базе ядра NT. Именно в этой версии появились привычные издания Home и Professional, которые присутствуют до сих пор. Вообще XP-ха имела самое большое количество изданий для различных направлений. Windows XP это первая версия, в которой обои по умолчанию это не сплошной цвет. И эта обойна стала довольно-таки культовой и узнаваемой. Еще в XP впервые появилась своя тема оформления под названием Luna, до этого была только классическая тема. Windows XP это единственная версия, где корзина изначально стоит в правом нижнем углу. Также до релиза 11-й винды она единственная имела анимацию перед первоначальной настройкой. Первоначальная настройка, кстати, тут тоже появилась впервые. В начале своего существования XP имела свои косяки, даже ее не минуло проклятие микромягких все зафейлить в начале. Но их быстро поправили. Из-за своей популярности она получила 13 лет поддержки вместо 10, что делает ее еще одной из самых долгоподдерживаемых OS. Windows XP считается одной из самых лучших версий Windows. Несмотря на прекращение поддержки в 2014 году, несколько патчей безопасности выходили еще до 2019 года. Существовала версия Fundamentals for Legacy PC, представляла она из себя урезанную Windows XP для слабых ПК. Первой 64-разрядной версией Windows было издание 64 бит для той же XP.
Вообще существовало два издания на 64-битной платформе. Это профессиональное x64 издание для обычных пользователей и 64-бит издание для компьютеров на базе процессоров Itanium. Последняя версия Microsoft Plus была выпущена для Windows XP. Впервые Windows Media Center, программа для записи и проигрывания мультимедиа, появилась в Windows XP в виде отдельного издания. XP – это единственная версия, в которой есть визуальные и виртуальные помощники. Rover в проводнике, Merlin в первоначальной настройке и Clippy, который использовался уже в Microsoft Office тех времен. Несмотря на то, что Clippy был давно удален, отсылки на него в продуктах Microsoft все еще присутствуют. Кроме этого, существует еще один популярный неофициальный помощник Bonzi, который многие посчитали за вирус. И в 2016 году даже была создана его шуточная пародия в виде безвредного вируса, который угрожал снести систему. У Windows Vista был один из самых длительных периодов разработки в истории Microsoft – 5,5 лет, поэтому о нем есть что сказать. Во время разработки проект носил название Longhorn. В августе 2004 года разработка была перезапущена из-за проблем с утечкой памяти. Longhorn ошибочно приписывает звуки от самсунговской темы для Windows XP. В сборке 5048 присутствовал красный экран смерти, который возникал при ошибке загрузчиков. За весь период разработки Vista интерфейс очень часто менялся. Изначально Longhorn разрабатывался на основе Windows XP, но после перезапуска проект уже базировался на Windows Server 2003. Несмотря на такую долгую разработку, Vista на старте имела кучу багов и недочетов, а также высокие требования, что и стало причиной ее провала. Некоторые даже называли ее Висла, что и делают до сих пор. Благо, спустя два сервис-пака ее баги поправили, да и к тому времени системные требования стали нормой. Для того, чтобы как-то вернуть репутацию ОС, Microsoft запустила рекламную кампанию, где сравнивала Vista с вымышленной операционкой Mojave. Это не macOS, если что. У Windows Vista впервые появился новый интерфейс Aero, который добавлял прозрачность из скеоморфных конструкций, как-никак, а выглядел он зачетно. Также тут появился Windows Defender и система контроля учетных записей, которая присутствует и сейчас. Тогда эта система была более строгой и надоедливой, из-за чего сразу не понравилась многим пользователям. Кроме привычных нам изданий, в Vista присутствовала еще и редакция Product Red, которая распространялась в целях благотворительности. Специально для издания Ultimate распространялся пакет Ultimate Extras, который включал в себя несколько игр, функции безопасности и другие дополнения. Из-за полного провала Vista Microsoft довольно быстро разработали ее наследника – Windows 7, которая уже была намного лучше оценена юзерами. Семерка тоже использовала интерфейс Aero, из-за чего эти две версии было очень легко спутать. Она также имела полную обратную совместимость с Windows Vista. С 2011 по 2017 год Windows 7 была самой популярной операционной системой для ПК. В сети популярен миф, что отмененный Windows Black Comp, который позже переназвали в Виену, это бета-версия Windows 7. Но это неправда, ведь семерка была вовсе другим проектом, хоть и с тем же замыслом стать продолжением Windows XP. Windows 7 – это последняя версия, для которой выходили сервис-паки. Vista и семерка – это единственные версии, в которых были такие, не побоюсь этого слова, легендарные предустановленные игры, как Chess Titans, Magic Titans и Purple Place. Fundamentals for Legacy PC, о которой я рассказывал раньше, тоже имела свое продолжение в виде урезанной 7-й винды. Называлось оно Windows Syn PC. Windows 7 – это самая богатая в плане кастомизации версия винды. Различные обои, звуковые схемы, смена цвета окон и много чего еще. В семерке, помимо обычных обоев, существовали и региональные, в зависимости от языка системы. Windows 8, вопреки стандартам винды, кардинально поменяла свой интерфейс. Интерфейс назывался Metro и был заточен под использование жестов и плиток. При этом всем там не было кнопки «Пуск». Это единственная версия со времен ее изобретения, где ее нет. Сам же «Пуск» представлял из себя отдельный рабочий стол, который был заполнен плитками, на которых, кроме иконок, иногда показывался какой-то соответствующий контент, информация и прочее. Из-за таких изменений восьмерка была принята очень неоднозначно. Через год Microsoft выпустила обновление 8.1, которое было уже по большей части отдельной версией, где поправило большинство косяков. Восьмерка получила всего лишь 4 года поддержки, против 10, как у большинства. Восьмая версия окон, в общем, не взыскала популярности, но после конца поддержки Windows 7 много юзеров перешли на 8.1. Windows 10 на данный момент является самой распространенной версией винды. Одно из названий десятки при ее разработке было 9, отсылка на это была найдена в предварительной сборке 9860. В
Windows 10 стала по своей сути первой кроссплатформенной версией окон, ведь использовали ее везде. В различных компьютерах, планшетах, портативных устройствах, приставках, да что там, даже в холодильниках. Обои рабочего стола, использовавшиеся до версии 18.09, были не каким-то фотошопом, а реальной фотографией, созданной с помощью стекол и прожекторов. В десятке присутствовал виртуальный помощник Cortana, но, увы, в 2023 году ее поддержка закончилась в пользу Copilot. В десятке впервые появилась инсайдерская программа, которая позволяла обычным юзерам тестировать новые обновления. Windows 10 – это последняя версия Windows с 32-битными дистрибутивами. Обновления от 16.07 по 18.09 имели кодовое название Redstone, что отсылает к игре Minecraft, где есть такой минерал. В сборках Windows 10 Insider Preview телеметрия отправляла скриншоты рабочих столов пользователей на сервера Microsoft. Кстати, в тех же инсайдерских сборках присутствовал зеленый экран смерти вместо синего. По изначальной задумке Microsoft, десятка должна была стать вообще последней версией Windows, в будущем дополняя ее обновлениями. В 2020 году микромягкие начали разрабатывать Windows 10X под версию десятки для своих устройств Surface. Ее особенностью была оптимизация под двухэкранные планшеты. Но позже проект закрыли в пользу выпуска Windows 11, где они включили ее новые фишки, к примеру, новый интерфейс. Сборки 11-й винды были слиты за 9 дней до ее анонса. Windows 11 получила довольно высокие системные требования из-за TPM-модуля, поэтому многие пользователи со старыми, но производительными ПК не смогли просто так ее установить. На данный момент в 11-ку добавляется много функций, связанных с искусственным интеллектом. К примеру, помощник Copilot, который должен стать лучшей версией Cortana, используя искусственный интеллект. Одним из нововведений 11-й винды должна была стать подсистема Android, но за 2 года Microsoft не смогли нормально реализовать данную функцию, и в марте 2024 года ее закрыли. 11-ка имеет то же ядро, что и 10-я винда, а при некоторых багах можно и часть интерфейса от 10-ки увидеть. У Windows 11 был удален Internet Explorer, но его можно установить отдельно. Только вот зачем? Вот и закончилась моя сотня фактов. Пишите в комментах, сколько из них вы знали или не знали. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам нравится такой контент. И до новых встреч!